Владельцы этого имени часто обладают непростым характером: самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый. Поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. В противном случае стоит ожидать репутации жестокого и равнодушного карьериста. Да и в семейной жизни такие качества могут сильно помешать. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени находятся под покровительством Сатурна, одной из самых мрачных фигур в планетарной системе. Звук Г указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.